библиотекарь из глубокой глубинки. А приехала, стыдно сказать. Вы знаете такого певца Андрея Цветкова? Смазленький, что ли, такой? Звездулька? Я порвал зал. Ты видела? Слушай, а ты чё, его фанатка? Это ваша девушка? Да. Этот Лапа был твоим женихом? А тебе не приходило в голову, что у него в Москве кто-то есть? Он меня бросил. Ради миллионерши. Потому и приехала. Хотела назло ему найти себе миллионера. Меня зовут Наталья. Я очень, очень хочу познакомиться с миллионером. О! Написала брачное агентство, а они пригласили меня сюда, я ограбила. Здравствуйте. Добро пожаловать в Москву. А потом я встретила вашего знакомого. Квартира нужна? Слушай, ко мне, кажется, грабители ворвались. Пистолет у меня нет. Есть бритва. Руки вверх! Ну и что теперь делать будешь? Работу искать. А, здравствуйте, очень приятно. Там у вас написано, что требуются официанты, я и решила. На вечеринке был замечен наследник оливковой винной империи, завидный жених Александр Папандопулос. Вы так похожи, просто одно лицо. Ну и кто мы такие? Официант. Из забегаловки. Меня даже в шоу двойников приглашали. Я действительно тот парень из журнала. Да кто ты такой? Сопляк! Александр Папандопулос. Ты что, мне врал? Ну зачем? Молодежь. Тихо шепчет.